Хотите избавиться от второго подбородка? Буквально за 10 дней вам удастся убрать лишний груз шеи, и не только это, но еще и подтянуть контур лица, утверждает моя подруга Евгения Баглык. Чтобы убедиться в том, что эта проблема разрешима, к нам присоединилась Аллочка Ковальчук. Встречайте! Спасибо, что пришли. По-моему, и мужчины, и женщины, причем разных возрастов, сталкиваются с тем, что второй подбородок появляется, причем легко, а избавиться от него потом очень сложно. Алось, поделишься? Дело в том, что, Наденька, смотрю в зеркало, думаю, ну где же та Алла, которая была такая худощавая, румяненькая? Нет, висит тут что-то появилось такое непонятное, мягкое, знаешь, как свиночка. Фотографируюсь, а часто приходится фотографироваться, я стараюсь, знаешь, как-то так вперед, чтобы не видно было. Когда я услышала о существовании подобных упражнений, Женя об этом сказала, я поняла, что нам всем нужно их освоить. Кому-то для того, чтобы бороться с этой проблемой, кому-то для профилактики, так? Действительно, двойной подбородок появляется очень быстро. И, между прочим, часто бывает, что человек сам по себе худенький, то есть фигура хорошая, подбородок все равно появляется, потому что просто провисают мышцы, не жировые отложения. Поэтому сегодня мы будем качать подъязычные мышцы, шею будем укреплять, и это поможет нам в комплексе со всеми этими проблемами справиться. Ко мне пришла одна клиентка, ее беспокоила проблема двойного подбородка. Мы можем посмотреть на фотографии. Прошло всего лишь 10 дней. За 10 дней такой прекрасный результат. И так получается, что женщина выглядит еще и моложе. Не просто убрали второй подбородок, а как-то омолодили лицо. Она моложе лет на 10, наверное, выглядит, да? Совсем другой человек. Да, потому что лицо становится более таким точеным, подтянутое. А еще, Женечка, у этой девушки совсем другой цвет лица стал. Естественно, потому что когда мышцы у нас работают, у нас кровоток усиливается, и лучше вообще поступает питание в ткани. Эти упражнения нужно делать как в 25 лет, так и в 45. Если мы готовы приступать к этому комплексу, нам нужно знать о противопоказаниях. Если у нас есть какие-то проблемы с жевательным суставом, либо если у нас воспаление лицевого нерва, ну и, конечно, если мы болеем, тоже не нужно делать упражнения. Во всех остальных случаях надо, и мы можем прямо сейчас приступить. Первое упражнение, которое мы будем делать, оно у нас называется голубь. Сейчас представили все, как голубь двигает головой, и стараемся делать то же самое. У нас корпус на месте, плечи развернуты, и мы просто выдвигаем голову вперед, возвращаем, выдвинули, вернули, выдвинули, вернули. При этом у нас будет прокачиваться подъязычные мышцы, сгорать лишние жировые отложения, которые у нас вот здесь вот накопились. Мы это упражнение можем сделать 20 раз, и достаточно. Это упражнение у нас для того, чтобы мы сжигали жировые отложения под подбородком. Второе упражнение у нас называется верблюд. Приподнимаем подбородок вверх. Легонько направляем к потолку. На 5 счетов выдвигать челюсть, выдвинули, вернули. И потом на 5 счетов просто выдвигать и задерживать. Мы будем чувствовать все подъязычные мышцы. У нас будет тоже сгорать жировые отложения и укрепляться подчелюстная зона. Пробуем. Выдвигаем только челюсть. Губы мы расслабляем при этом. Мы должны сразу чувствовать вытяжение передней поверхности шеи. Вперед, 5 раз выдвинули. И на 5 счетов теперь мы задерживаемся. Аж болит. Выдвигаем и держим. Раз, два, три. 4, 5. Мы должны уже после первой тренировки чувствовать вот здесь вот тонус и напряжение. Я теперь поняла, почему, если проблемы здесь есть с челюстью, то лучше не делать. Если мы чувствуем хруст или дискомфорт, когда делаем, можно не с такой амплитудой большой выдвигать челюсть, немножко просто меньше. Маленький верблюд. Да, да. Следующее, третье упражнение у нас будет называться «Вольный художник». Для этого, кстати, нам понадобятся карандаши. Какой же художник без карандаша? Да. Благодарю. Мы карандаш зажимаем между зубами. Теперь мы с карандашом немножко выдвигаем челюсть вперед. В таком положении мы будем писать цифры от 1 до 10. То есть чем больше мы совершаем движений, тем у нас больше подтягивается подбородок, и вся шея сразу прорабатывается. Я моим гостям предварительно раздала свеженькие, новенькие, чистенькие карандаши, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы укрепить эти мышцы. Итак, пробуем. Вперед немножко челюсть и начинаем писать от 1 до 10. Алуся, я тебе письмо пишу. Я тоже. А ты мне рецепт напиши, последний, так вот этот. Пишу, помнишь, который мы готовим? Да, я пишу тебе новый телефон, номер телефона. Мы должны сейчас прочувствовать все, и всю шею, и подъязычные мышцы. Все в комплексе. Действительно чувствуется, да что нет, тут мышцы, что, да? Да, особенно вот здесь вот. У нас еще впереди два упражнения. И чтение книг. Ага, это секрет. Нам понадобится? Понадобится, но не читать. Значит, следующее упражнение, которое мы будем делать, оно будет нам тоже помогать укреплять подъязычную зону, нашу шею и осанку. Как раз то, что нам очень нужно, потому что в двойной подбородок он появляется не только от провисания мышц или от того, что появились жировые отложения. Неправильная осанка и посадка головы, мы сутулимся, это тоже влияет на контур лица негативно, естественно. Поэтому нам нужно за осанкой тоже следить. Итак, мы должны сесть на краешек дивана с ровной спиной, плечи развернули, приподнимаем немножко подбородок. И теперь мы будем отклоняться назад, полностью с прямой спиной. Как будто у нас от копчика до макушки такая ровная линия. Голову мы удерживаем ровненько. Отклонились.
и вернулись. Важно, чтобы голова назад не падала вообще. У нас сразу будут напрягаться все шейные мышцы, и вот здесь вот под челюстью все-все-все будет чувствоваться. И мы даже почувствуем здесь пресс и спину. Это упражнение мы можем сделать 15 раз. На последний раз можно даже задержаться немножко, пару секунд, отклонились, подержали. И возвращаемся. Шею уже прочувствовали? И спину. Да. У нас еще есть вторая часть этого упражнения. Да. Мы можем в домашних условиях дома еще лучше и сильнее укрепить осанку и шею. Значит, как мы делаем? Мы берем книжки. О! Кладем книжку на голову. Только перед этим мы полностью выровняли спину. И наша задача удержать равновесие. Мы должны так ровненько вот сидеть. Это облегченный вариант. Подбородок вниз или как? Нет, ровненько. Выравнивайте голову еще. Вот так, да? Вот. И если совсем такой супер вариант, мы можем встать и попробовать даже походить. Как модели? Между прочим, Софи Лорен, когда была молодая, она была очень бедна. Чтобы поддерживать себя в форме, она занималась дома с книжками. Она их использовала как гантели и на голове тоже ходила с ними, чтобы была осанка. Она не хотела знала, стать балериной. Она не знала, что их можно читать. Я представляю реакцию мужа, приходит, я сижу. Алла, что с тобой? Чего ты сидишь? Книгу надо читать, а не на голове держать. Вот ты не понимаешь. Смотри, какая линия. Можем теперь попробовать привстать, чтобы почувствовать еще больше напряжения. Угу. Вот. О. Отлично. Дома можем попробовать походить. А Луся уже пошла. Так здорово получилось. Слушай, так просто. И сразу чувствуется напряжение в шее. Неважно, какая книга, да, какое тут содержание. Главное, чтобы была тяжеленькая. В данном случае это не важно. Главное, чтобы она была потяжелее. Можно даже несколько книг. У нас осталось последнее, пятое упражнение. Оно у нас состоит из двух частей. Первая часть у нас будет такая. Мы приподнимаем подбородок вверх, губы вытягиваем вот так вот от себя уточкой. Почувствуем натяжение в контуре лица, передней поверхности шеи. У нас прорабатывается опять подъязычная зона, там, где у нас может возникнуть подбородок или уже есть. Вытягиваем, держим. 3-5 секунд, потом расслабить и сделать несколько подходов. Вторая часть этого упражнения. Я называю ее волк. Значит, мы точно так же приподнимаем подбородок, только губы мы вытянем более в трубочку и попробуем протянуть такую букву «У». Сразу будете чувствовать, как у вас вибрируют вот здесь вот подъязычные мышцы. Все попрятались. Волки пришли. А Луся, соседи будут знать, когда ты делаешь упражнение. Ничего, я на улице буду делать, не скажу. Сейчас там особенно ночью точно. А там рядом у соседа у меня 6 таких азиатов. Я представляю, что это будет, а? Они будут перекликаться. В этом упражнении у нас, кроме того, что подтягиваются подъязычные мышцы и уходит наш двойной подбородок, у нас еще и укрепляются губы. Когда мы вибрируем, у нас прорабатывается круговая мышца рта, еще и дополнительно губы приобретают лучшую форму. Как часто делать упражнение? Ну, желательно первых 10 дней, мы же делаем ежедневно, чтобы у нас был такой вот прекрасный результат. Потом для поддержания можно делать через день или 3 раза в неделю. Угу. То есть один раз в день? Один раз в день, да. Ну, можешь 2. И у меня будет подбородок, как у тебя, да? Будет. Все, я буду делать 3 раза в день. Завтрак, обед и ужин. Может, кстати, быть небольшая крепатура. Для хорошего самочувствия нужно пить чистую воду из глубин земли, природную и сбалансированную по своему составу. Именно такая вода дает жизненные силы и наполняет энергией. Когда мы делаем, кстати, эти упражнения, мы должны очень прислушиваться к себе. Если у нас какие-то болевые ощущения или нам трудно, можно делать немножко в более медленном темпе и не так сильно напрягать мышцы. Надюшенька, я тебе открою тайну. Я сейчас на диете. Я думаю, через месяц буду просто... Вы меня не узнаете. Конечно. Более того, когда эти упражнения делаем, у нас не только укрепляются мышцы подъязычные, еще и улучшается кровообращение в лице и подтягивается в общий овал. И кожа становится лучше, бархатная. И так что ждем результата. Спасибо, Женечка. Да? И еще мне очень понравилось, как вы хорошо делали эти упражнения. Молодцы! Спасибо огромное! Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.